Всем привет! Вы смотрите канал «Взял и поехал», и сегодня мы в Афинах. Все мы любим лето и море. Они у нас ассоциируются с отдыхом и оставляют самые яркие воспоминания. Но в наших северных странах жаркие месяцы быстро заканчиваются вместе с пляжным сезоном. Зимой за пляжным отдыхом приходится лететь очень далеко, а вот в межсезонье, весной и осенью, есть варианты поближе и подешевле. На этот раз мы отправились в Грецию, где лето длится более полугода. Афины – отличное направление для того, чтобы продлить сезон. И хоть в апреле и октябре здесь купаются только самые закаленные, погода в это время уже достаточно теплая для того, чтобы позагорать и прогуляться по бесценным с исторической точки зрения местам. Мы приехали в столицу Греции на 3 дня, как раз для того, чтобы погреться и потоптать древнегреческую землю. Пусть это нам удалось не в полной мере, все равно мы классно провели время. Первый вопрос, который приходится решать по прилету в любую страну – транспортный. Из аэропорта, который расположен в 30 километрах от Афин, в город можно добраться несколькими способами – такси, метро и автобусом. Таксисты свои услуги предложат вам сразу по выходу из терминала, но, как обычно, это не самый дешевый способ передвижения, который обойдется от 50 евро за поездку. Если пройти дальше пару десятков метров, то попадаешь на автобусную остановку. Доехать до Афин любым из 4 курсирующих здесь маршрутов – обойдется в 6 евро с человека. За 20 евро можно взять и абонемент на 3 дня, чего мы делать не стали, так как по самому городу передвигались в основном на такси. Третий способ выбраться из аэропорта – метро, которое стоит 10 евро в один конец. В последующие дни, как я уже сказал, нас развозили таксисты. Средняя поездка по городу обходилась в 6-7 евро, и учитывая большой размер нашей компании, на автобусы мы бы потратили не меньше. Сложно представить, что в Европе дорожное движение более лихое, чем в странах СНГ, но в Греции так оно и есть. Местные шумахеры часто игнорируют правила дорожного движения, вообще не замечают скоростных лимитов и даже не стесняются таких качеств, гордо признавая свое лихачество за норму. Конечно же, первым делом мы отправились по историческим местам греческой столицы. Главной визитной карточкой здесь является Афинский Акрополь. Акрополь был главным местом нахождения греческого царя в те годы, когда Греция была одной из важнейших цивилизаций нашей планеты и ее культурным, научным и экономическим центром. Нынешний Акрополь – обязательная часть экскурсионной программы любого туриста и отличная смотровая площадка с лучшими видами на Афины. Вход на территорию комплекса стоит 20 евро на человека. Таким образом, мы отдали 120 евро за полчаса прогулки. Не то чтобы в Акрополе нечего посмотреть, как раз наоборот. Всем нам знакомы виды на эти древние сооружения еще со школьной программы. Однако сильный ветер заставил нас быстро сделать круг по скалистому холму и спуститься обратно в город, где погодные условия позволили гулять более спокойно. Рядом с Акрополем расположена огромная площадь Агора, которая в древности была деловым, спортивным, культурным и торговым центром города. У подножия Акрополя раскинулся исторический район Афин – Плака. Этот райончик со своими узкими улочками и милыми домиками называют еще районом богов. Несколько десятков лет назад в Плаке работало множество ночных клубов, и ночная жизнь кипела. Постепенно городские власти их вытеснили, и теперь тут туристический центр с тавернами, сувенирными лавками и магазинами.
цены в магазинах и кафе «Афин» одни из самых низких в Евросоюзе, хотя жителям СНГ могут показаться высокими, особенно если говорить об общепите. В фастфуде обед обойдется от 5 евро, в таверне – около 10. В ресторане цены подскакивают еще минимум в 2 раза. Конечно, цены скачут в зависимости от местоположения заведения, его интерьера и уровня обслуживания. Всегда есть возможность сэкономить и питаться греческим аналогом шаурмы, который называется гирос и стоит от 2,5 евро за порцию. Очень даже ничего. Кофе в Афинах, кстати, тоже очень качественный и недорогой, от 1 евро за американо. Прогуливаясь по центру города, можно заскочить на центральный рынок Афин, который был открыт еще в 19 веке. Здесь можно прочувствовать греческий колорит и относительно недорого купить мясо, морепродукты и фрукты. О темпераменте и культуре греков можно судить и потому, как они относятся к совершенно незнакомым прохожим. Если мы спрашивали у кого-то из них помощи по навигации в городе, каждый, и еще раз повторюсь, каждый наш собеседник просто менял свой маршрут и провожал нас на то место, куда мы хотели попасть. Бонусом по дороге мы получали бесплатную экскурсию и историческую справку. Пешеходная улица Эрму – самое популярное торговое место центра Афин. Здесь открыты магазины всех известных мировых брендов, где продается все, что обычно интересует туристов – от косметики до одежды. По Эрму хорошо и просто прогуляться. Работают кофейни и фонтаны, играют музыканты, выступают уличные актеры. Этим путем мы и решили добраться до площади Синтагма. Площадь Синтагма еще называют площадью Конституции. Здесь размещается греческий парламент, выстроен парк и работает огромный фонтан. Также Синтагма – это крупная транспортная развязка, а поэтому отличное место для того, чтобы закончить прогулку, поймать такси и рвануть в сторону дома. Вали. Валечка, кидайте. Раз, два, три. Ох, и как раз включился. Площадь Синтагма – не менее известная достопримечательность Афин, чем Акрополь. Именно здесь собираются недовольные жители Афин и всей Греции, когда им что-то не нравится в работе правительства. Именно это место мы часто видим в сводках новостей. Именно здесь протестовали греки несколько лет назад очень активно, и каждый день их показывали нам со всех каналов. Мне казалось, что она должна быть побольше, а на самом деле она очень компактная. Очень милая, с фонтанчиком, который работает, правда, минуту через 10. Как-то так, в таком графике. Афины – это огромный город, и здесь можно найти жилье любого уровня. Двухместный номер по букингу в трехзвездочном отеле не сильно далеко от центра будет стоить от 50 евро в сутки. Мы же сняли огромную квартиру на шестерых за 60 евро в сутки. И несмотря на то, что она находится аж в 6 километрах от центра, этот район мы выбрали не для того, чтобы сэкономить, а потому что он расположен прямо на берегу моря. До пляжа от нашей квартиры получилось всего несколько минут ходьбы. Прикольно было и прогуливаться по набережной вдоль пришвартованных в местном яхт-клубе яхт. Кстати, с хозяином квартиры мы даже не виделись. Он просто сообщил нам код от небольшого сейфа у входа в подъезд, где и лежал ключ от квартиры. Уезжая, мы оставили его там же. Вечерняя жизнь нашего района оказалась очень скучной в это время года. Наверняка в пик сезона здесь шумно, но сейчас большинство кафешек было закрыто. Громкой музыки ночных клубов мы тоже нигде не слышали. Однако спокойно прогуляться по свободным улочкам и посидеть на лавочках после целого дня пеших прогулок по афинским достопримечательностям – тоже неплохой вариант.
Аэропорт Элефтериос Венизелос огромен, так как строился к Олимпиаде и рассчитан на большой пассажиропоток. Перед отлетом мы решили скоротать время в одном из аутлетов, которых в районе аэропорта несколько. Цены в основном кусаются, но если запастись терпением, есть шанс привезти домой что-то в роли сувенира. И все-таки мы выбрались на пляж в последний день. У нас буквально несколько часов до нашего рейса, до того, как нам надо отправляться в аэропорт. Конечно, ожидали мы совсем другого от этого отдыха. Мы планировали 3 дня проводить на пляже. Ну, не весь день, а там с утра, в обед на пляже, потом достопримечательности. В итоге у нас пошло все другим путем, с упором, с акцентом на достопримечательности. Если мы и жалеем, что сняли квартиру у моря, а не в центре, у Акрополя, то совсем чуть-чуть. Райончик здесь классный, нам здесь понравилось. И вечером тоже есть где погулять. Вообще, это не сильно далеко от центра. Это ближайшая точка к центру, но у моря. В данное время температура воздуха где-то 18-19, температура воды около 15, но мы особо ее даже не трогали, как-то для всех это холодно, кроме одного бессмертного грека, который купался где-то полчаса. Такой заплыв, он прям перед нами устроил, все нас как бы на дуэль вызывая. Мы же купаться все-таки не будем. Уже хорошо, что получается вот так немножечко хотя бы загореть и показать вам хоть немного афинских пляжей. Нам не повезло именно с погодой. Мы попали именно на циклон. Было 10, 12, 15 и дожди, не очень приятно. Но на то они и Афины, что есть что посмотреть и в плохую погоду. Поэтому мы все равно классно провели время. Мы улетали в Афины, чтобы отдохнуть, но ходили очень много. Все-таки этот город прежде всего история. Не только греческая, а история всего человечества. И хотя бы раз прикоснуться к ней и взглянуть одним глазком точно стоит. В то же время в Греции можно продлить лето, не улетая на другой конец света, сэкономив при этом деньги. Это был очередной выпуск канала «Взял и поехал» о Греции. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить свежие эпизоды. Пока!